Возмездие. Одесситку за жестокое обращение с домашним котом оштрафовали на 3500 гривен. Речь идет об инциденте, который произошел в конце прошлой недели в супермаркете. Женщина пришла в магазин с животным и демонстративно волокла его за шею. Неравнодушные одесситы пытались отобрать кота, но хозяйка полезла в драку. Зоозащитники разузнали личность женщины и написали заявление в полицию. Теперь жестокая хозяйка должна заплатить штраф в течение недели, иначе сумма возрастет до 7 тысяч. В противном случае женщине грозит тюрьма сроком от полугода до 3 лет. Питомец уже находится в ветклинике и идет на поправку, а волонтеры подыскивают ему новый дом. Как оказалось, женщина-живодер уже не раз привлекалась к ответственности из-за мучения животных. Нельзя кота вот так вот таскать, вы понимаете? Да мне как-то с фиолетом. Вы его за шею таскали. Я его как хочу так. Вот зачем вы так делаете? Это мой кот. Вы нормальная вообще женщина? Представляете? Все хорошо.